Здорово, Роки на связи, это Растекс Ньюс, Давно не было роликов, потому что я микрофон свой разъебал, наушники, порвал их нахуй. Случайно это так получилось, на самом деле, очень не хотел бы этого делать. Сейчас я сижу, я лучше вам не знать, как я сейчас сижу и на что я говорю, надеюсь, слышно меня нормально. Поговорим мы с вами сегодня о прикольных явлениях, которые произошли, пока меня не было на проекте, пока я не снимал ролики. Самое главное и интересное, это фиксы и небольшие нововведения в игру. Изменения вступят в игру 8 марта. Сегодня уже 11, надеюсь, сегодня я смогу выпустить ролик, погнали. Первое нововведение, это теперь у нас будет добавлена метка смерти на компас. Ну, типа вот сюда. Добавлено описание характеристик одежды и еды. Теперь вы сможете почитать про самый модный лук и пожрать вдоволь белка. Лечение и поднятие тиммейта шприцом или бинтом теперь осуществляется через правую кнопку мыши. Добавлено возможность лечения и поднятия тиммейта бинтом. Кстати, вот эта вот фича достаточно выгодная, потому что, ну, я заебал шприцы на самом деле на друганов тратить, которые падают постоянно. А падает у нас, если вы знаете, раймд по КД, самый первый умирает. Так что теперь бинты, только и бинты на него будут уходить. Обновлено время использования шприца и бинта. Спросите, насколько? Да хуй знает. Теперь добавлена черепуха игрока и возможность ее измельчать. Если я правильно понял, за это мы будем получать кости. Возможно, что-то еще, но мы будем получать кости. Как говорится, нам это пригодится в начале игры, чтобы сделать что-то из костей. Там нож какой-нибудь костяной, чтобы больше мяса делать, всякое такое. В целом, нововведениях мы закончим, и я просто пробегусь по самым важным фиксам, которые сделали наши администраторы. Исправлена просадка кадров из-за большого количества полигонов у шерсти животных, поднятие тиммейта отменяется, если прицелиться и сделать какое-то действие, сожрать что-то. Это, грубо говоря, когда вы не тратите патрон, быстро перекладываете, и у вас такой происходит фантом, визуальный выстрел. За это, кстати, банили. И, собственно говоря, таким методом мы могли видеть в темноте, что многие игроки этим пользовались. Просвет потолка при прыжке в него также исправлен. Некорректный радиус спального мешка. Теперь он увеличен с 30 до 50 метров. То есть между собой. Тратится прочность у дверей при их снятии. Это тоже меня достаточно бесило, хотя, ну, достаточно небольшое нововведение. Также исправлено, что труп не появляется, если в игроке не было ничего. Таким образом, мы не могли с него добывать ТНК. Ну, грубо говоря, там жир, всякое такое, всякие такие приколы. Так что теперь можно пойти бомжей просто пилить и ноу-хау этих, чего бы нет. В целом, Копыч начал работать над обновами и минимальными фиксами намного больше, что не может не порадовать. Я думаю, что следующее глобальное обновление придется ждать не так долго. Админы вошли в поток, в ресурс и начали жестко ебашить. А чтобы быть таким же хорошими, как они, нужно купить Растекс ремейк по лучшему промокоду Роки, который даст вам максимальную скидку. Все есть в описании. В целом, на этом все. I'll be back with my chat. Ждите next видос. Maybe что-нибудь интересное для вас сделаю. Возможно, даже вайп отыграем, да? Представьте такую ситуацию. Возможно, даже поиграем с вами вайп. Спасибо за просмотр, пока.